Чехова. Thank you.
Остановка улица Дзержинского. Yeah.
но я уже еду. Ты, пожалуйста, собери вещи, все, что мои. Черную куртку, то, что Кирилла отдавала, футболку. В общем, все мои вещи собери и возьми с собой. На день рождения подъедет, подойдет, в садик подойдешь, я уже еду, заеду забирать. Ты там поиграешь, пока на площадке, я тебе возьму. Скажи, что мы здесь еще совершенно будем гулять, не вяжем. Он им обещал. Огонь охватил сотни тысяч гектаров на Урале и в Сибири. Уничтожил свыше 1000 строений и унес жизни почти 2 десятков человек. Новые меры борьбы с пожарами и помощи пострадавшим поручил проработать Владимир Путин. Сочи природу предложил вырубать леса рядом с населенными пунктами против инициативы. Главная причина пожара. Какой ущерб они наносят нашей экономике и экологии? Уже мы говорим, сколько это может стоить? Что столицу прямым рейсом можно по понедельникам и четвергам. Выезд из Москвы в 9:50. Здравствуйте, рады всех приветствовать. Я Лабутный Руслан Бастрогов. Наши координаты для ваших сообщений. Вы все хорошо, я надеюсь, помните Вайбер, WhatsApp и Telegram. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Информационный лист FM Плюс». Ну а прямо сейчас приветствую нашего первого гостя, заместителя начальника ФБУ армии лесохраны Николая Ковалева. Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Thank you.
Еще встал посиди, он же есть.
Час приветов, пожеланий и поздравлений продолжается. И вот Майю Калинкину родственники и друзья поздравляют с днем рождения. А Майя живет в городе Олесин Тульской области. И все желают ей счастья, удачи, исполнения желаний всего самого-самого лучшего. А вот конкретно письмо написала и поздравила Елена Прокофьева из Москвы. Ну а я напоминаю, что смс-сообщение можно отправить на номер 5533. Только обязательно каждое сообщение начинайте словами «Ретро-ФМ». С надежностью банка ВТБ бизнес успокоен в любые времена. Мы собрали комплекс специальных предложений для поддержки и развития вашего бизнеса. Привлекательные условия на внесение наличных и ставки по депозитам. Расчетный счет, бизнес-карта и многое другое на дело.втб.ру. ВТБ. Помогаем делать. Для вложения бизнеса клиентов полная ответственность. Подобные финансы начнут уже в новой версии. Бизнес из этого вещи. Офисы банка ВТБ. Замочек. Если бы вкусовые сосочки запели на нашем языке, они бы потребовали мороженое «Чистая линия». Ну еще бы! Эскимо российское в хрустящей шоколадной глазури, нежнейшая московская лакомка и разноцветный пломбир «Радуга». Чистая линия. Порадуй свои вкусовые сосочки.